Накануне в Минске впервые прошло грандиозное ледовое шоу цирка «Дю Соли» «Кристалл». Невероятное сочетание акробатики и фигурного катания, эффектные декорации – результат упорной работы лучших акробатов и постановщиков со всего мира. Среди них и наш соотечественник, минчанин Кирилл Шатов. Шоу «Цирка Дю Солей» знает весь мир, и сегодня у нас есть уникальная возможность пообщаться с артистами цирка. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, раньше вы жили в Беларуси. Я сам родился в городе Барановичи, но около 15 лет уже живу в Минске, поэтому занимался спортивной акробатикой, мастер спорта международного класса, чемпион Европы двукратный, наконец, чемпион мира. И после окончания спортивной карьеры, да, я решил подать свою заявку в «Цирк Дю Солей», так как это, наверное, самая престижная площадка для акробатов. Поэтому я отправил свое видео в кастинг, и меня заметили буквально через 2 месяца, позвонили и предложили мне работу. Конечно, это был восторг, радость, вся семья радовалась. Сколько стран вы посетили за год? Это колоссальное количество. Наверное, все Соединенные Штаты, Канаду, Латинскую Америку и практически всю Европу. Я не так хорошо знал английский, но когда приехал, может быть, не хватало практики, и на практике я достаточно быстро заговорил более или менее. Что для меня немножко поменялось, так это после спорта я начал уважать больше зрителей. Раньше я работал только на судей в спорте, а уже когда ты попадаешь в шоу, в цирковое, ты уже начинаешь работать на все стороны и уже конкретно работать для зрителя, отдавать уже свою энергетику. Все говорят, очень чистый Минск, классно. It is calm. There's a lot of parks. I really liked walking around the parks outside our hotel. There's a nice one. A couple of really cute cafes and yeah, simple. Подготовка каждого номера тщательно продумывается несколько лет. Здесь важна каждая деталь, от костюмов до макияжа. У нас в костюмах есть специальные провода с такими лампочками. Иногда они расположены на плечах, на голове и на обуви. Это помогает нам следить за тем, где находятся в данный момент артисты. Именно благодаря этой системе мы можем также взаимодействовать с компьютерными видеопроекциями. То есть, например, фигурист может прямо во время представления рисовать определенные изображения на льду, и это все не запрограммировано, это делается в настоящее время, в настоящий момент. Как я вам уже говорила, у каждого артиста свой грим, и наносить его достаточно долго. Мы наносим и базу, и пудру, мы должны сделать яркий макияж, чтобы это видно было с трибуны. Перед вами образец макияжа «Кристалл». У нас в нашем шоу задействовано 43 артиста, и им всем приходится менять костюмы, и иногда смена костюмов должна занимать всего минуту, то есть им нужно переодеться очень-очень быстро. Поэтому мы придумали использовать молнии в наших костюмах, то есть фигуристы могут оставлять коньки на ногах, меняя костюмы. Перед шоу артистам нужно разогреться, разогреть мышцы, нанести грим, что занимает от 30 до 45 минут. Также им нужно сконцентрироваться, расслабиться, надеть костюм, использовать все эти индикаторы, которые встроены в костюм. То есть, по сути, перед каждым шоу, перед каждым представлением у артиста занимает где-то 1,5-2 часа подготовка к этому шоу. Как вы уже знаете, в нашем шоу используется около 2000 предметов костюмов, и они создаются, они шьются в главном офисе цирка Дю Солей в Монреале. На самом деле костюмы еще постоянно меняются, то есть даже их больше, чем 2000. Именно поэтому с нами путешествуют наши 4 костюмера, которые все время здесь для того, чтобы следить за тем, чтобы костюмы идеально подходили к артистам. На следующей неделе шоу «Кристалл» «Цирк Дю Солей» представит в Украине.